Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как выполнить запись видео с экрана на устройстве Samsung Galaxy Tab Active Pro. Для начала нужно опустить шторку вниз, затем спустить ее еще раз, повернуть вправо и здесь нажимаем на кнопку «Запись экрана». Нажимаем «Разрешить», «Разрешить», «Начать запись». Ждем отсчет. И вуаля, запись начата. Также мы можем включить фронтальную камеру, чтобы снимать вид вас, например, да, вот видите, дублируя то, что происходит перед фронталкой. Можем нажать на кнопочку карандашика для того, чтобы рисовать что-то на экране. Там, да, вы подчеркиваете текст, выделяете его, потом отключаете режим рисования и двигаете телефон, двигаете экраном далее. Можно так тоже использовать. Ну и нажимаете на квадратик, чтобы прекратить запись. Всего есть несколько видов записи. Это настраивается таким образом. Вы можете выбрать, что будет захватываться микрофоном. Звуки мультимедиа, то есть то, что производит телефон, те звуки, которые производит телефон. Звуки мультимедиа и микрофон, то есть то, что производит и телефон, и внешние звуки, то есть то, что вы говорите. И качество, давайте я это выберу, и качество видео. 1080p, 720, 480. Можно изменить размер миниатюрки лица. Ну и смотрим, давайте посмотрим, что сейчас у нас получится. Начать запись. Ну что ж, миниатюрка действительно изменилась, она не стала прям огромной, но побольше стала уж точно. Ну и, в принципе, тут все по классике, ничего не поменялось. Ну а запись эта сохранится, как обычно, в галерее, в альбомах. В альбомах, в записях экрана. Вот первая наша запись и вот вторая. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!